И снова здравствуйте! С вами последние новости. Стало известно, что российский биатлонист Антон Бабиков стал третьим в гонке преследования на 12,5 километров на этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который проходит в Ленцерхайте. Россиянин уступил победителю 16,2 секунды, при этом он допустил два промаха на четырех огневых рубежах. Первое место у француза Фабьена Клода, вторым идет немецкий биатлонист Филипп Хорн, российский биатлонист Алексей Слепов на пятом месте, Никита Поршнев на 11-м, Сергей Коростылев занимает 13-е место, Вадим Филимонов 18-е. Семен Сучилов, 27-е. Напомним, что Антон Бабиков лидирует в общем зачете – 472 очка. Второе место занимает Александр Поварницын – 440. И на третьем месте находится Сергей Коростылев – 404 очка. Пожелаем нашим биатлонистам удачи и пусть радуют своих поклонников новыми победами. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!